Правильное предложение поступило от Эдуарда. Мне кажется, нужно в следующий четверг провести на местности уже, чтобы мы видели, где нам с этими врагами придется бороться. Славик, наша основная местность – это город Краснодар. Вот эта местность – это не за городом где-то, а вот именно внутри города. Надо проводить вот по времени и так далее, и так далее. Вот у нас с этим пока проблемы с моментом собирания. Давайте вообще будем каждый четверг проводить заседание, да. Не, ну идея хорошая. Вообще, кстати, кто за четверги? Вот вообще, кто считает? Давайте каждую неделю. Кто за? Единогласно. Так, вы тоже, ваша сторона тоже единогласно. Все. А вот с конкретным днем, просто вот говорили, что... С конкретным днем. Пока это не плавающий этот, пока устанавливаем четверг за день. А потом просто, может быть, скорректируем. Может, это будет вторник, там, понедельник, неважно как. Ну, пока четверг всех же устраивает. Тем более, вашу группу устраивает. Те остальные тоже пока, там же у нас же все люди разбежались по всей неделе, поэтому, я думаю, с этим надо что-то будет решать. А что касаемо, Славик, твоего предложения, я считаю вообще это самое правильное, потому что что мы, ну, собрались, не собрались, поговорили, как, что, ну, на месте надо. Но для этого, я считаю, какая-то определенная часть нас, наших ребят, ну, у нас их много, должна исполнять роль, как бы, оппозиционной пятоколоночной группы, да? Она, допустим, высаживается где-то в районе администрации города или края, да? Потом идет на предмет оповещения по времени, да? И где-то так через час наши группировки должны, значит, их, так сказать, накрыть. Вот если мы, вот в этом, я считаю, основные наши тренировки должны быть. Да. Как вы думаете, да? Да. И еще.